зрители. Продолжается круиз. Четвертый день круиза наступает. И мы движемся вниз по реке Лени. Это программа дня на сегодня. Сегодня у нас остановок не будет. Я вчера придумал вот с этой полки, короче, с верхней. Взял матрас и на нижнюю постелил. И получилось вообще лухарь. Смотрите, у меня два матраса. Очень мягкая шконочка. Сегодня будут всякие программы от команды сопровождения. Всякие там мастер-классы, какие-то лекции, что-то там показывать будут, учить на чем-то играть. Ну и все такое. Посмотрим, в общем, чем тут будут развлекать сегодня. Что-то я на час раньше проснулся, ё-моё, я на компьютере, ты неправильно будильник завел. У меня на компе-то время московское. Я его завел на 0.30, надо было на час 30 по Москве. Это получилось бы 7.30 по нашему. Сейчас я его перевел уже на якутское, так что нормально. Что-то выхожу, получается, смотрю, чуть никого нет, ни завтрака, ничего. Так 7 утра, а не 8. Можно на зарядку только раз в жизни попасть. Мне до этого все время лень было вставать рано, вчера я пораньше-то лег. Ну вот у нас утро наступило на реке Лена. Остров песчаный, из него такой лухарь и пляж получился. Рассказывают, что эти песчаные острова, да не только песчаные, могут даже немного перемещаться. И сама Лена может смещаться в бок. Так, ну что, сейчас зарядка? Блин, осторожно надо. Ногу помочь не пойду. Гимнастика такая нормальная, только много движений таких сложных. Сейчас как раз 8 утра, пора жрать. Получил я утренний заряд энергии, бодрости на весь день. Там нахрен не какая-нибудь физра, такая продвинутая китайская гимнастика. Так, ну вот что я сегодня на завтрак набрал. Смотрите, пельмени даже сегодня дают. Написано с жеребятиной. Каша гречневая, тут бутеры с икрой красной, сладости разные, горячий шоколад, напиток, ну и йогурты. Попробуем пельмеши с жеребятиной, ни разу не жрал. Вообще вкусные такие, но с привкусом колбаски. Интересный вкус. Сделали знатно вообще.
19 градусов выше нуля. До Якутска приеду в 230 километрах, как сказали по радио. Движемся сейчас в сторону Дикси. Первая остановка будет Жиганск. Сегодня остановок не будет. Ну что, сейчас лекцию будут рассказывать. Посмотрим, интересно, нет. Потом скажу вам, как впечатление это. Проходим поселок Сангар. Как в Астрахани. Сведения о Якутии, знаю теперь, где нахожусь. Скоро будет устье реки Вилюй, а завтра утром будет полярный круг. Да, так рассказали в общей сложности про Якутию, там географию, историю, население, все такое. Ну, вот такие общие сведения. Что-то все лухари места растащили, все заняли. Там вдалеке горы, но сказали, что это пока еще не Верхоянский хребет. До него еще пока не дошли. Так, ну что, сейчас получается до обеда нам еще покажут, какие можно здесь изготовить сувениры своими руками. Типа какой-то будет мастер-класс по рукоделию. А вот после обеда я вспомнил, будет еще мастер-класс по игре в музыкальных инструментах. На нем, короче. Сейчас и сувениры посмотрим, и потом на хомусе что-нибудь исполнить. Может, получится что-нибудь местное. Так, сразу одно заканчивается, другое начинается. Здравствуйте. Совсем не жарко. Здравствуйте. Называется гривна. И тоже вот одевается вот так. А сзади тоже вот рисунки, которые тоже имеют вот обережное значение. Рисунки вот эти рисунки. Они могли быть подлиннее, покороче. Это на шее. На шею одевает что-то. А сзади рисунок Сергея. Наши баканы грязи, да? Она мне все это рассказывала. Не знаете, наверное, да? Уже знаете все, кажется. Она мне Сергея. И везде вот металлические украшения, бляшки, которые можно носить защиты. Это 19 век. А старинные чароны, такой вот огромные бывают. Чарон называется кивенгуя. Вот в этой чарон наливают кумбис из кожаного огромного семейного тэп. И
и оттуда передаю всем людям, которые пришли на праздник СН. Они сидят круто, то есть вот этот чурон с тумуса потом всех людей объединяет единой энергетикой. И так как вот когда алгышчик произносит благопожелание алгыс, верхние небесные божества с небес спускают вот в сосуд с чароном, с кумысом, и это божественная такая жидкость, да? И вот этой вот, ну как бы, скажем так, астрально попадает туда, и через этот кумыс потом вот все люди заряжаются благословением небесных божеств. Участвовала в узком. Вот моя работа. Чепрак. Ага. И приезжала. Связана с общественностью, с лошадкой до сегодня. Что показали вот разные предметы быта, предметы национальной одежды. Так довольно интересно. Потом будут мастер-классы по изготовлению некоторых сувениров. Время уже 11:22. Сейчас будет у нас эта фотосессия с флагом Юр ТВ. Я его всю поездку не доставал. Я просто о нем все время забывал. Можно его на палубе расправить там. В форме Юр ТВ. Но это форма свинотавра на Юр ТВ, потому что вот кадр со свинотавра. Флаг задувает. Просто подержать вот так и все? Да-да-да. Для видео записывать. Так, ну что-то идти подальше, поближе. Смотри и путешествуй на теплоходе Михаил Светлов по реке Лена в Якутии. Вот так нормально. Юр ТВ на Лене. Да. Ну что, фотосессия прошла? Нормально. Каким-то горам по радио пока ничего не объявляли. Мне кажется, что это уже Верхоянский хребет начинается. Но это не точно. Обед у нас тут и шницели, и отбивная, и суп харчо, и всякие там другие изысканные блюда. Вот там устье реки Вилюй, это самый длинный приток реки Лены.
еще не успел пообедать. Что, товарищи, я отобедал. Перед обедом у меня тут сортир перестал смываться вообще. Ну, типа, там водичка льется, но не всасывается туда, он уже вакуумный. Я обратился на ресепшн, пока обедал, все починили уже. Сюда теперь никто не займет, теперь можно тут позагорать. Я, короче, как мистер Бин, притащил себе стул, все подготовил в Лухаре, а там уже нормальные кресла освободились в это время, пока я сюда тащил стул и раскладывал вещи на нем. Тут, оказывается, в Лухаре шезлонги есть. А теперь тут более люксово стало. Отдыхается Лухарь, но вот то ветер дует и прохладно становится, а когда ветра нет, то мошки атакуют. Там кордон заповедника. Сейчас, получается, в заповедник попали. Замерз я и закусали мошки. Я решил немного дозаправиться, подготовиться к сегодняшнему или завтрашнему вечеру, там как пойдет. Ну, короче, флягу заправить надо. В этот раз я буду заправлять коньяком. Как вы поняли, следующим номером нашей изысканной коллекции будет вот этот коньяк. Из Будбехеровки бутылку я вчера просто на пол поставил, ее сегодня уже взяли, унесли. Удобно. Но в мусорку-то она бы не влезла так и так. Просто тут под столом поставил. Ядерный запах-то. Ну и начнем. Ну вот во флягу столько вот влезло. Она полная. Какие-то игрища идут, но это... Ну, команда Яр своя, у них там своя туса отдельная. Это не теплоходное мероприятие. Короче, погода уже испортилась, и мошки налетели. А там все лежаки уже позанимали. Короче, сейчас начнется мастер-класс по игре на хамусе. Я схожу, позырю, может, дадут даже это поделать. Я что-то такой звук не изображу. Там вон тучи собираются, но сейчас немного покапало, да и прошло. Может быть, вы в детстве играли, когда брали вот такие штучки. И, ну, хамус мужского рода, как бы так, да? Бывает три вида. Деревянные есть. Есть костяные, есть, собственно, металлические. И самый сложный прием игры – это традиционная игра на хамусе. Традиционная игра на хамусе разделяется на три приема. Протяжная игра.
старинная протяжная игра. Сейчас я покажу, сыграю. Сиета. Да. Сегодня уже становится довольно морозно стоять, так без куртки вечерком, там задувает прям так. Ну, когда ветер не дует нормально, а когда задувает морозно. Сейчас будет ужин. Так, ну вот ужин у нас, я уже набрал немного. Программка на завтра. Так, вот кровяная колбаса из крови коня и молока. И подается в кишках. Надо сразу откусывать. Такой вкус интересный, ни на что не похожий. Странный вкус.
булочка. Что-то не жуется совсем. Вообще у этой колбасы, какой я сейчас пробовал, вкус не противный, нормальный, но когда осознаешь, что это такое, что это смесь крови и молока коня в кишках коня, то становится не по себе. Ну а теперь через час будет якутская настольная игра «Хабылык». Я понятия не имею, что такое, но сходим, посмотрим. Ну вот вчера и позавчера я еще спокойно гулял в футболке, а сегодня я уже в футболке. Только так мне нормально, комфортно, а так холодно, иначе. Мы идем все дальше на север. Вчера мы начали пить. Завтра мы очень рано, в 7 утра, завтракаем и высаживаемся в Жиганске. Причаливать мы там не будем, будет паром. И уже 5 всем заснять. Сейчас будет вечерняя развлекательная программа. Сначала покажу игру национальную, какую-то настольную, а потом будет вечер музыки, как обычно. Проходим рядом с берегом, какой-то остров, видимо, и все, блядь, в мошках в этих. Вся куртка сразу, все штаны, все, и они вокруг меня вьются. Тут писец будет, если на берег выйдешь, вообще сожрут. С вами шоу «Сосчитай мандавошек». Раз, две, значит, там 3, 4, 5, да, сука, еще на рукавах, вот, смотрите. Везде, короче, не сосчитаешь. Бывает туристов, панорамы, салоны, якутскую настольную игру «Хабылык». Да, правильно надо снять. Или, вернее, даже три игры, они вот здесь вот в русском варианте тоже написаны, которые называются «Хабылык», от слова «хаб» – «ловить». Вот. Дальше вторая игра «Хамыска». Вот. Но это русское слово «камешки». Камешки, вы знаете такую игру. «Хамыска». Якутский вариант. И «Тырынка». Вот эти уже другие палочки. И, конечно же, мы будем играть такой более облегченный вариант. А вообще, что это за игры? Раньше, конечно, у детей никаких игрушек не было. Жили они вот в этих зимних балаганах, без освещения, только камелек давал освещение, огонь, да. И летом у детей возможности играть не было. Они помогали родителям по хозяйству, там коровы, сенокос и так далее. А зимой уже появлялось такое свободное время. И, конечно, родители хотели, чтобы они чем-то занимались, но не просто играли, а одновременно учились. Поэтому вот эти игры, они имели также образовательное значение. В первую очередь здесь обучалась математике дети, геометрии и ловкости рук. Ну, вы знаете, что мелкая моторика, да, она также влияет вот и на мозговую деятельность. Уже тогда вот это родители, древние якуты, понимали. И также меткость, потому что охота, рыбалка, там надо стрелять очень метко или рыбу ловить. И вот это все благодаря не только этим трем играм, но и другим. В основном материалом, конечно же, служило дерево, деревянные игрушки. Итак, самое популярное — это у нас «Хабылык». В Якутске сейчас это как бы возрождается у нас, даже происходят чемпионаты среди детей, школьников, и очень активно детишки участвуют.
там вот это все летает только так. Мы сегодня, конечно, так все попытаемся первый раз все, да. Здесь есть 30 палочек. Они олицетворяют 30 коров. Значит, цель иметь в конце игры как можно больше коров. То есть, во-первых, это вот уже детей приучали к тому, чтобы следить за коровами, чтобы никуда их, значит, они не потерялись, волки не загрызли и так далее. Потому что если у тебя в семье много коров, значит, будет остаток, будет молоко, будет мясо. Масло, сметана и все на свете, да. И одежда тоже. Значит, много вариантов. Мы возьмем только два и проведем такой по кругу тоже свой чемпионат. Сразу скажу, что чемпионом у нас, лидером, как вы думаете, из какой страны вышел победитель по этим палочкам? Китайцы, понятно. Правильно. Почему? Ну, они шустенькие. Да, ну, во-первых, палочки, да. Ставчики привычные. Вот у нас Кюннэй, демонстратор. Уже взрослое поколение, к сожалению, воспитанное, как я, в советское время, мы не играли. Поэтому попросила я Кюннэй немножко мне помочь. Но мы тоже... Уже играла, да? Да. Немножко играла, но здесь раз на раз не приходится. Да. Повезет, не повезет. Вначале надо все подровнять. Туго так подровнять. Схватите, пока не бросаете, схватить крепко, вот именно в таком положении, и подбрасывайте. Вот высота подбрасывания тоже играет роль. Надо постараться, чтобы они дружно все так поднялись, и в это время вы быстренько переворачиваете ладонь, и палочки должны упасть вам сюда, уже на эту сторону. И подумайте тоже, как держать, расширить. Это, кстати, это не играет роль. Растопырили пальцы или нет. Да? Лавировать и держать. Да, вот это вот равновесие тоже баланс учится. Все здесь учитывается. И, Какая-то игра тоже такую. Где-то да. И, конечно же, мы сделаем три круга. Два пробных круга, а третий уже соревновательный круг. И вот чемпионка, девушка из Китая, они у нее все... Легли. Все 30. Ничего себе. На маленькую китайскую ручку. Ничего да. себе. Вот она еще так и удержала. Пожалуйста, попробуй, посмотрите. Ручки растопырки. Нет, это не обязательно. Не обязательно. Не сильно надо подбрасывать. Если вы сильно подбросите, они все в разные стороны улетят. И даже как вы слаживаете, тоже играет роль. Вот склад. Поднимайте наверх. Два. Это уже второй вариант. Это продолжение. Сначала мы пока научимся ловить вот на эту сторону. А потом это продолжение есть такое из этой, вот опять в эту. Но это уже намного легче. А ногой подпнуть? Почти все. Почти все обратно. То есть получается, нужно вот так отпустить, потом руку подставить, а разворачивать так нельзя, да? Ловить так нельзя. Тыльной. Только тыльной стороной. Чтоб не хватать, а не удерживать. У кого правая, левая рабочая рука? А все нажато. Не выспишь. Они даже сальто сделали. Вот так вот плавненько они должны подняться, все дружненько. Под одним углом. Так, ну вот, игры закончились. Тут еще все так, о, связь появилась. А у меня подходит к концу второй день без смартфона. Нифига. Ну, короче, вот такие настольные якутские игры. Первую игру вы видели, у меня ни хера не получилось ни одну палочку вот так на руку поймать.
Смысл второй игры в том, что там все палочки вот эти короткие, они высыпаются. И это как дженга, вот знаете, игра, типа по одной вытаскиваешь, и чтоб ничего не развалилось. Только тут надо, вот есть палочка типа биток, ей надо выбивать, и чтоб ни одна не пошевелилась. Вот с этим мне повезло больше, мне удалось две выбить себе. И третья игра, вот где 5 кубиков, там типа вот они кладутся на стол, высыпаются, потом ты берешь один, подкидываешь, и пока он летит, ты берешь другой и ловишь тот, который летит. И так типа сколько кубиков таким образом вот откладываешь себе, потом опять подбрасываешь кубик, пока он летит, берешь другой и ловишь этот. Так что, сука, все игры такие на ловкость, на скорость. А я, как вы знаете, ни скоростью, ни ловкостью не обладаю, я тот еще рукожоп. Самовар принесли, чашечки расставили. Так, программа будет развлекательная. Так, вот что, место занял. Ждем программу. Все тут уже готово. Самовар поставлен, поляна накрывает. Ну, короче, все, готов смотреть вечернюю развлекательную программу. Хоть завтра и рано вставать, но все равно не помешает. Итак, уважаемые гости, наша программа начинается с угощения от ресторана. Это много. Пироги, чаёк сдаёт. Дорогие гости, разрешите спеть для вас? Долина зелёная, и она влюблённая. Это море, и, наверное, и меня. Тайна зеленая, и она влюбленная. Это небо,
что я сегодня наблюдал на солнечной палубе, а я думал, что они репетируют, вперед понятно. А теперь дискач начинается, что? Thank you.
Вот там уже закат, а вчера, кстати, в это время, по-моему, темно уже было. Да, завтра еще светлее будет. Ну что, товарищи, сегодня где-то в 4 часа ночи будем пересекать полярный круг. Так что завтра будем уже за полярным кругом. Так, ну что, закат прошел. Какие вот облака. Думаю, пора валить. Это, отдыхать, потому что... Не, ну танцевать, ну завтра я коньячины дерябну все-таки. Я сегодня же разливал себе. Вот, а завтра там, послезавтра, наверное, не рано вставать. И там уже можно будет. И потанцевать, и все такое. А сегодня я хороводы поводил, да, уже даже припотел, пока водил, так что хватит пока, наверное, с меня с вас контента. 11 почти. Тут что-то я устал, потому что я сегодня в 7 утра аж встал вместо 8. У меня часы что-то неправильно показали на час раньше. Я выхожу на завтрак, смотрю, нет никого. Вот смотрю, оказывается, 7 утра, а не 8. Тут уже типа такие белые ночи. Не, ну может стемнеет, но ненадолго. А еще что там говорили на программе, это вот место, которое мы сейчас прошли, называется 40 островов. Тут островов очень много, и ширина Лены здесь достигает в период разлива весной 35 километров в ширину реально. Это очень широкое место. Но всей ширины тут не видно из-за островов, опять же. Тут что-то не сказать. Приостановился. Короче, я думаю, завтра бухну и обычно еще там, как я умею, на шагатал. Ну, я, короче, понял, тут вот, которые из группы Яр, они там, получается, первые несколько песен отжигают, потом такая, получается, свободный танцпол. Ну, короче, завтра посмотрим, что из этого выйдет, а пока мы с вами, так сказать, прощаемся на сегодня. Смотрите в следующей серии уже, что там дальше будет в Жиганске, ну и после Жиганска. У нас, получается, первая половина дня в Жиганске мы стоим, а потом отходим и... плавание, так сказать, после часу дня. Раньше я вам показывал атмосферу вечернего купе, а теперь атмосфера вечернего лежбища царя, а точнее каюты. Ну, тоже чем-то на купе похоже. Только оно такое, на люксовое. Ждет меня шкуночка в каюте. Якутия зовет, встречу там много невиданных красот. На поездах всем не ехать мне туда, а в купе бухлишка и еда. Юртеве в пути, поезд мой набирает ход. Может увести за круг полярный теплоход. Оленя ждет там арктический круиз, в Тикси с Якутска да по течению вниз. Вдаль унесет нас великая река, прибухнуть смогу я там слегка. Юртеве в пути, поезд мой набирает ход. Может увести за город полярный теплоход.
уже сбавляет ход. Может повезти, и сия поездка вам зайдет. Заканчивается. Ждите новых серий, подписывайтесь. Поездочка была знатной, интересной, много всего узнал. Ну и, конечно же, она была пьянско-буханской. Понравилась поездочка, так что смотрите ее 2 раза в неделю на ЮрТВ. Ёхарный бабай. Путешествует и пьет за вас вискарь. Пьяный Юрий ЮрТВ, бессменный царь. Юрий Бородин канала «Государь». Славься вечно, ЮрТВ, бессменный царь.